Во Дворце культуры города Темиртау прошел традиционный 17-й фестиваль творчества «Жулдыздар». Тема мероприятия в этом году – «Дети Казахстана за мир во всем мире». Ребята нашего фестиваля проходят целый цикл всевозможной подготовки. Соответственно, они проходят первый отборочный тур, где менее профессиональное жюри отсматривает и дает свои рекомендации по каждому номеру. Второй отборочный тур, где тоже уже профессиональный состав жюри дает обратную связь. Лауреаты фестиваля, показавшие самые лучшие, по мнению членов жюри, номера, получили возможность продемонстрировать зрителям 45 творческих выступлений. Возрастной диапазон участников варьировался от воспитанников дошкольного мини-центра до выпускников. Поддержали детей на сцене и родители. Это самое любимое, самое глобальное, масштабное творческое мероприятие нашей гимназии. Готовимся мы, конечно, к нему долго, подходим очень ответственно, репетируем, тренируемся. Но тем не менее, несмотря на усталость, это самый любимый наш праздник. От родительского комитета гимназии участникам вручили дипломы, кубки и памятные подарки. Отметим, что приняли участие в фестивале более 300 воспитанников. Юлия Исланова, Адема Сайдулаева, Новости Темиртау.